Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Гульнев. Меня усадили перед объективом, нацепили микрофон, чтобы я сказал свои аргументы в пользу того, надо ли смотреть спектакль или вообще что-то за мероприятие. Друзья, спектакль смотреть надо! Надо! Поверьте! У многих людей, я думаю, не думаю, я уже знаю, что у многих людей есть период в жизни, когда чего-то не хватает. Когда сам себя спрашиваешь, ну, чего же не хватает? Вроде бы все нормально по внешним признакам. Есть вид деятельности свой, какой-то достаток, атрибуты, ну, даже успешной, казалось бы, жизни. Но вот счастья-то нет, удовлетворения-то нет. Вот. И ты ищешь поиск пути ответа на вопросы, которые, может быть, даже не сформулированы, не ощущаются где-то вот глубоко-глубоко. Один из этих путей – это как раз книга автора, по которой сделан спектакль, называется «ПШ», который написал Дмитрий Ха. Когда меня убеждают куда-то прийти, что-то сделать, я всегда осторожно к этому отношусь, потому что люди же говорят какие-то свои доводы, но как? Это не хорошо, не плохо. Мое мнение нужно посмотреть и составить свое мнение. Надо это, не надо, интересно, не интересно. Думаю, что интересно. Если вам это не надо, я могу только порадоваться за вас. Вот как-то так. Но уверен, что у этого проекта есть своя очень четкая миссия. Да, должен сказать, это не спектакль в чистом виде, который вот общепринят понимать под этим там, зал, сцена. Это просто помещение, площадка. И зрители расположены вокруг этой площадки, вдоль площадки. И действие происходит буквально, вот что называется, перед носом. Как бы, вот прямо тут непосредственно, как будто, будучи на месте зрителя, как будто ты вот при этом, это рядом с тобой, происходит как в жизни. Вот этот ход, ну, очень интересный. Становишься как будто не непосредственным свидетелем, очевидцем жизненных историй, одной жизненной истории главного героя, которая происходит. И, ну, это попадает, это воздействует в нужном нам ключе. Близка, потому что у меня такая счастливая ситуация, когда я именно в этом возрастном статусе нахожусь. И это совпало удивительным образом с моим жизненным периодом. То есть книга отвечает на вопросы, которые во мне пульсировали и тикали уже к этому времени. Поэтому это все прикликается. Я надеюсь, что он этот ролик не увидит, потому что Владимир в себя влюбляет. У него удивительная манера общения. Он друг всех людей, я бы сказал так. Вот удивительно, но я поддерживаю все, что он говорит. Я на 100% его понимаю. И принимаю все, что он предлагает и чего он хочет. Я его 100-процентный партнер, товарищ, брат и друг. Это неправда. Туда и обратно, это на круг 460 километров. Ответ в сути и в прелести самого проекта, потому что, ну, я до этого в подобных вещах не участвовал. И, естественно, вот возвращаемся к миссии и к задачам, и к тому, что транслирует вот этот проект, этот спектакль, это действо. Я хочу просто в этом участвовать. Читайте книгу Дмитрия Хара «ПШ», смотрите спектакль. Пишите письма, приходите, и мы с вами будем дружить долгие годы. I love you.